Вчера в ООН голосовали по резолюции в осуждении Хамаса. Среди стран, поддержавших Израиль, была Армения. Спасибо. Высокое человеческое благородство, Божья искра, то, что вы проявили по отношению к нам в эти дни, я получил колоссальную поддержку от своих армянских друзей. Я хочу поблагодарить вас, вашего представителя в ООН, вашего премьер-министра. Мое отношение к Армении особое, поскольку из-за того, что мне особо дорого в жизни, оно так получилось, имеет ереванскую прописку. Мы просто любим Армению. Кеце хайстан. Спасибо.